Вот уже более 95 лет Федеральный научный центр овощеводства производит широкий спектр семян и рассады овощных и бахчевых культур. С помощью гибридизации получена морковь, устойчивая к альтернариозу, перец и баклажан, устойчивые к вирусным болезням, репчатый лук, устойчивый к болезням хранения. Это далеко не полный список созданных сотрудниками Института культур. Всего более 550 сортов и гибридов F1 овощных, бахчевых, пряно-вкусовых и цветочных культур в настоящее время пользуются спросом на рынке семян. Также изучаем генетику исходного материала, количество генов, характер их взаимодействия и типы генов. И на основе этого даем методические разработки по созданию нового исходного материала. Немаловажную роль в успешной работе играет оборудование. Изучив зарубежный и отечественный рынок, специалисты института оборудовали новейшей техникой свой завод по очистке и предпосевной подготовке семян. Это позволяет нам самые трудноискоренимые сорняки, которые иногда попадают в семена, в партии семян, отделять на этих машинах. Более того, из партии семян эти машины позволяют выделять самые биологически ценные семена, которые необходимы для посева. Имеют очень большую маневренность в плане производительности. У нас есть машины, которые могут делать 50 килограмм в час семян, а есть машины, которые более 1000 килограмм семян. Федеральный научный центр овощеводства ежегодно расширяет сотрудничество. В числе новых регионов – Чувашия. Недавно институт стал участником межрегиональной отраслевой выставки «Картофель-2018» в Чебоксарах. Заключил соглашение с филиалом Россельхозцентра в Чувашской республике и Чувашпотребсоюзом. Компания предлагает жителям Чувашии корнеплодные культуры – морковь, редис, свеклу, зеленые культуры, сельдерей, укроп, петрушку, а также томаты, огурец, перец сладкий для открытого грунта, конкурентоспособные на рынке, благоприятные для выращивания в условиях нашего региона. Со всем списком продукции можно ознакомиться на сайте организации и приобрести по Почте России. Алексей Табинов, Республика.